И еще одно новоселье в городе. Недавно построенный многофункциональный культурно-досуговый центр сегодня распахнул свои двери для посещений жителями микрорайона Замеликеси. Это уже третье учреждение в городе, открытое в рамках республиканской программы «Сельские клубы». На его строительство было выделено более 12 миллионов рублей. В это здание как раз переехал коллектив городского культурного центра «Эврика». Поэтому новый клуб теперь тоже носит такое же имя. Напомню, ранее «Эврика» базировалась в Комсомольском районе в жилом здании. В апреле у нее появился филиал в новом городе в 71-м микрорайоне. А вот теперь еще и новое здание, основное, в Замеликеси. Это здание, которое будет давать отдыхать душе, петь, танцевать, общаться, встречаться, проводить хорошие мероприятия для жителей этого микрорайона. Для самых маленьких мы предлагаем клуб раннего развития, «Радуга». Для среднего звена, для детей, у нас работают изо-студии, шахматные клубы, цирковая студия, хореография.